Общественные центры – новый формат работы партии. Подобные проекты есть уже в трех районах Барнаула. С первого дня работы центра в Ленинском районе начались занятия школы грамотного потребителя. По мнению депутата, в рамках такой школы барнаульцы могут повысить знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сюда могут приходить и председатели советов многоквартирных домов, домкомы мы по-простому их называем, и старшие по подъездам, и просто активисты. И на свои вопросы получать ответы. Школа грамотного потребителя позволяет узнать, как можно участвовать, например, в таком проекте, как комфортная городская среда. У жителей Ленинского района также будет возможность посетить обучающий семинар по коммунальной и правовой тематике. Депутаты уверены, такое обучение в перспективе позволит правильно и целесообразно реализовывать идеи барнаульцев, а их всегда много. Ленинский район всегда был и остается на сегодняшний день одним из самых инициативных и активных районов по общественной жизни города. И, конечно, открытие этой партийной приемной стало ответом партии на чаяния, надежды и инициативы горожан. Партия должна поддержать инициативу людей, дать возможность побыстрее, покороче высказать то, что они хотят сказать, и принять меры, помочь и сделать все, что нужно сделать для людей, для района. Кстати, приходить с вопросами в общественный центр жители Ленинского района могут с 9 до 18.00 в рабочие дни по адресу Юрина 194А. Дмитрий Дроздов, «День с толком».